Всем привет! Вы на канале Семья Багдасарян. В этом видео сейчас мы хотим заснять, как мы подготавливаем местечко под посадку нашего будущего виноградника. И решили здесь сделать шпалеру. Купили 12 разных видов винограда. Так подвернулось, что хорошие сорта. Съездили, забрали у виноградара. Человек, который этим занимается уже там лет 20, у него 100 видов винограда. Больше 100 видов, да, 100 сортов винограда. И вот 12 из них мы себе взяли. И вот сейчас думаем, куда посадить. Если кто смотрит наш канал, то у нас 13 соток земли. Тут два дома, там основной дом, это гостевой. И где основной дом, там больше у нас как бы декоративка, бетон и все такое. А вот где гостевой дом, тут уже сзади и теплица, всякая разная малина и так далее. В общем, черная земля. И вот здесь сзади решили сделать такую штуку. Вот задняя часть дома, вот где Оля стоит, вот так вот вдоль посадить виноград, сделать шпалеру. А у нас есть, остались вот такие вот две металлические балки. Вот вторая еще балка. В том доме мы от застройщика, вот если посмотрите, вот спереди домов есть пристрой, да, небольшой навес. И там были вот эти стойки. Но мы в том доме убрали это все дело и сделали уже бетон и построили шлакоблоком, подняли. И вот у нас как раз остались вот эти вот шпалеры. Ну, вот эти железо, металл очень хороший, стойки. Сейчас я хочу эти две стойки как раз сюда применить. Вот сюда поставим до туда. Вижу. Снимай. А эти стойки нам не понадобились бы, если бы... Нет. Нет? Ну, ты понял, да, про что? Видите, как мы с мужем друг друга с полуслова понимаем? Я думаю, что вот само то, да? Да. Так, здесь будет у нас вот таким образом. Там дальше поставим еще одну стойку. И посерединке у нас еще есть одна опора, тоже ее сделаем. И запустим трос в оплетке силиконовой, чтобы на века это все дело держалось. Вот до сюда, до верху виноград будет подниматься, чтобы в рост было можно было кушать. Но если он поползет дальше, а он думает, что пойдет дальше, мы отсюда вот трос натянем вот до верхней части. И там уже просто сделаем еще растяжки, а там уже виноград просто закрепим, чтобы он поднялся и чуть-чуть свисал вот так вот вниз. И вот так это все будет свисать вниз, грозди будут. Вот. Сильно мы подрезать виноград не будем, дадим ему разрастись. У нас нету задачи там, не знаю, миллион видов винограда, что-то там подрезать, химичить, в общем... Во-первых, неохота нам это делать. Во-вторых, нафиг нам этот виноград такой нужен. Подрезанный, непонятный. Потом этим всем надо заниматься. Мы хотим, чтобы растение росло себе. Ну, будет виноград, хорошо. Нет, будет зелень. Вот, как бы цель у нас даже не совсем виноград, а красота. Вот, так что сейчас вот так вот сделаем. У нас есть этот ПЦС. Как раз 4 мешка. Сейчас мы зальем стойки. Ну и как всегда, когда мы с Олей что-то начинаем делать, прям вот знаете, вот день, когда у нас есть желание это делать, не знаю почему, начинается дождь. Это, наверное, мы под погоду подстраиваемся. Или мы в погоду в эту встраиваемся. Да. Не знаю, как будто появляется желание, но появляется желание, когда чуть прохладнее ставят, хорошо на улице, и сразу хочется что-то делать, работать. А когда на улице пекло, сразу, да, давай чуть потом. Попозже, да. Ну и получается так, как будто погода под нас. А Оля правильно сказала, это мы под погоду подстраиваемся, вот. Вернее, мы встроены в погоду и природу. Ну все, сейчас мы это будем делать и покажем, что будет. Сейчас выбрали, в общем, куда посадить. Будем вот так
через несколько метров тут раз, два, примерно 2 метра. Каждые 2 метра посадим. Примерно. Два шага — это 2 метра почти, Оль. Первый сюда. Дальше. Вообще сажают, конечно, пошире, но нормально. Мы будем пускать в высоту. Достаточно высоко пойдет виноград. И хотим, чтобы прям здесь озеленение было. И здесь такое местечко. Земля хорошая, раз. Потом у нас солнце встает оттуда, крутится, уходит. И там закат, ну, заходит. Получается, здесь в течение дня всегда есть солнце, да? Но при этом здесь не так прям сильно ветрено. И такая полутень будет. При этом здесь деревья сейчас растут. И самая главная фишка, здесь снег ложится очень хорошо. Тоже такое местечко, где снег ложится ровно и достаточно высокий он. И закроет виноград нижнюю часть, тем самым не даст ему замерзнуть. Потому что есть прям места у нас, мы знаем, где снег прям сдувает и голая земля остается. И там мы периодически, где есть растения, туда снег вручную накидываем, ну, чтобы типа укрытие сделать. А тут такая природная тема, не нужно будет возиться с этим, ровненько снег ляжет, проснется. Даже при том, что мы виноград уже сажали на достаточно там ветреном месте, где и снега больно сильно не было, но... Земля вот вообще ни о чем, чуть ли не на песке. И виноград перезимовал, и все прекрасно. Без укрытия. Да, ничего не укрывали, не заморачивались. А здесь тем более прям благодать, как говорится. Здесь все великолепно растет, полив у нас есть, все есть. Вот, и здесь будет еще шпалера, будем ходить с двух сторон кушать виноградик. Начинаем, в общем, сажать. Сейчас посадим и покажем. Все, я начинаю, в общем, лунки делать, подготавливать. А Оля виноград сажает. Все, вот они корни. Все, ставь, ставь. Так, как ставить? Ставь, ставь, просто ставь. Все. Не глубоко. Это что, поднимем, да? Так. Ну вот. Вот эту штуку. Да. Значит, подтянуть наверх надо будет. Угу. Чуть-чуть подтяни. Я туда подсыплю. Я думаю, нормально. Чё? Куда он денется-то? Один виноград готов. Надо бы что-нибудь придумать. По бокам эти поставить тоже. Или здесь у нас сетка пойдет, чтобы защита была. Нет, сетку что, поставим, да. Угу. Все, сейчас следующий посадим еще. И название будем показывать. Так, это у нас тукай. Так вот будем делать, чтобы оттуда выходить и можно было все это дело смотреть, что за виноград. Вот так вот здесь будем подходить и можно посмотреть виноград. Вот Оля сейчас разрезает. Я пошел дальше копать. Оля сажает уже четвертый виноград. Я тут уже лунки докопал. Еще две штучки. В
принципе, виноград у нас заложен на всю жизнь. Вот такие маленькие веточки, которые превратятся в огромные деревья в будущем. Тут вот мы уже шпалеры сделали, вот сетку натянули, и тут уже начинают актинидии у нас подниматься. Будем вот так на дом поднимать. А, не вовремя. Земли. Да, сейчас я оттуда тебе дам. Два мешка сделали, ПЦС заместили, замесили. Сюда залили. Одна шпалера у нас готова. Оля, красавчик. Нет, я ничего не делаю, это как сам. Короче, все, ребята, одна штука залита. Ровненько все, вроде бы. Сейчас поедем, сделаем еще там. Короче, должно хватить, чтобы больше замесов не делать. Но вот то, что я покупал, там у меня еще два мешка осталось ПЦС. Сколько там, неделька или больше недели, там, может, две даже лежат. Начинает уже каменеть. Влагу впитывает. Так что ПЦС покупайте буквально недельку, и нужно израсходовать. У Эдгара там супер замер глазной. Put your hands up, Эннье. Put your hands up, Эннье. Продолжай, ты так неплохо смотришься. Дискотека возле столба. Че, примерно? Примерно ровно. Да, примерно так мы дом построили. Шутка. Так, хорошо, что не мы строили. Давай я подержу. Да, куда накидать или замесить лучше? Так, ну-ка, сейчас распределить чуть-чуть. Я все-таки, наверное, мешок сейчас сделаю и залью, и вот это ровненько сейчас сделаю. В принципе, нормуль. Сейчас еще один мешок сделаю.
на бумажках, да? Мне так нравится, как цемент пахнет. Он померил ровно. Здесь далеко посмотрим. Глазомер хорошо работает. Все, получается, мы два столба залили в рост. Вот сейчас Оля пусть встанет. Идем, Оля. Покажем по высоте. Не-не-не. Она сейчас может сама уйти еще. По росту вот чуть выше Оли как раз. Я думаю, тут для винограда в любом случае хватит. Но если что, туда натяжку сделаем. Короче, мы вообще не собирались это делать. Мы просто хотели чуть-чуть виноград посадить, а? Ну, что-то как-то все само собой так получается. Мы вообще ничего не собираемся делать просто. Но если начинаем, то просто все. Так, здесь у нас получается тукай. Сейчас 06 месяц, июнь, 21 год. Тукай. Просто покажу, что посадили. Кишмиш розовый. 0,6 тоже так же все, в общем. Здесь Ainset Seedless. Он тоже, по-моему, как кишмиш такой. Да, американский какой-то. Зилга. И Гальбена. А, еще один есть. И Ширвинд. Ширвинд. В общем, здесь 6 штук винограда. Сейчас это все дело у нас застынет, и мы здесь сделаем натяжку, сетку. А, я думаю, что может сюда еще. Да. Такого же столба нету. Ладно, что-нибудь придумаем.